Приветствую. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вы пишете про то, что родив одного ребенка и, соответственно, спустя 2,5 года после его рождения вы чувствуете, что хотите еще одного ребенка и, соответственно, думаете об этом постоянно. Но ваш муж не хочет этого. Вот, и, соответственно, он только сейчас начинает выстраивать отношения с вашей дочерью. Вы говорите о том, что вы постоянно об этом думаете. Вы говорите о том, что у вас постоянно эти мысли. Мне показалось, например, что вы описываете то, что вы описываете, является навязчивыми мыслями, мне показалось так, повторюсь. Я не претендую здесь на истину, но мне показалось, что то, о чем вы говорите, очень похоже на навязчивость, механизм навязчивости, соответственно. И важным моментом, как мне кажется, здесь является то, какое значение это, собственно, для вас имеет второй ребенок. Совершенно очевидно, что ребенка вы не воспринимаете здесь как личность, а ребенок для вас в данном случае имеет какое-то значение явно больше, чем по факту есть. Вот. Вы говорите, что через 10 лет не захотите ко всему этому возвращаться. Но зачем к этому возвращаться, если вы не захотите? Для чего? А откуда вы знаете? Может быть, вы и захотите. Может быть, вы захотите не через 10 лет, а через 5 лет. Кто знает. То есть как-то у вас здесь довольно, мне кажется, жесткая позиция по отношению к себе и довольно жесткая позиция, как это не печально, по отношению к ребенку. Вот. То есть вот обязательно нужно там, чтобы был второй ребенок. Зачем? Как бы для чего, не совсем понятно. Вот. Про модель семьи. Довольно хорошо сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Я думаю, что вам стоит подумать в этом направлении, размышлять. Но с своей стороны мне бы хотелось отметить такой вариант, такое направление. Вот. Если помимо семьи вашей сейчас на данный момент что-то еще интересное в жизни, потому что то, как вы говорите о ребенке, то, как вы говорите о втором ребенке, то, как вы говорите о своем муже и ребенке, лично у меня вызывает такое ощущение, что ничего кроме этого вам особо не интересно. Вполне вероятно, вполне может быть такое, что вы по какой-то причине можете бояться, например, ну, условно, внешнего мира, мира, где другие люди, мира, где, в принципе, вы можете столкнуться с определенными проблемами и трудностями. Вот, у меня, по крайней мере, впечатление сложилось именно такое. Я бы рад ошибаться,
Я рад был бы ошибаться, но впечатление у меня сложилось именно такое, к сожалению. Вот. Что вот то, что я хотел бы выделить. А если вы боитесь внешнего мира, например, вот, то с этим можно поработать. Можно этот момент поисследовать, вот, поработать со страхом и так далее. Безусловно, есть и другие моменты. Безусловно. Например, может быть такой момент, такой аспект, связанный с следующим. Например, с тем, что способ реализоваться для вас пока что только в ребенке, в детях. И здесь вся сложность в том, что вам после второго ребенка понадобится третий, четвертый. То есть вот как бы реализация здесь, если она зависит от какого-то внешнего фактора, вот, то это, конечно, будет требовать у вас постоянно постоянного подкрепления, скажем так. Вот. И вы постоянно будете нуждаться как раз вот в том, чтобы снова и снова заявлять о себе. Вот. Поэтому там, не особо замечая, да, вот все это вот, то, что вы там делаете, к примеру, и так далее, вот все это вообще вот вам-то как? Все это вообще как вами ощущается, вот, да, то есть, как вы это все чувствуете, например, вот, то есть это, ну, вот, такой достаточно, как мне кажется, важный момент, потому что вы можете себе в этом отчет это не отдавать. К большому сожалению. Вот. Поэтому нужно смотреть на то, что для вас означает вот собственно наличие ребенка. Вот. Какое для вас имеет значение. Вот. Что для вас это значит, к примеру. Это важно. Как мне кажется, опять же. Вот. Если лучше разберетесь в том, чем вам так важен ребенок, да, если лучше в этом разберетесь, то сможете уже корректировать свое поведение, в том числе и из внешнего мира. Вот. То есть сможете как-то вот скорректировать все эти аспекты. Лучше, чтобы вам было. Вот сейчас у вас не сказать, чтобы особо это получается, но будет лучше получаться.
Вот. А, значит, дальше. Отвлекаться. Я бы вам, пожалуй, скорее бы не рекомендовал, чем рекомендовал бы, потому что, ну, это заталкивание проблемы вглубь, по большому счету, вот это, как правило, мало как-то помогает. Вот, поэтому тут, как бы, мне кажется, вот нужно максимально честно быть с собой вам. Вот. А, ну и, в принципе, мне кажется, что желательно провести некоторую коррекцию ваших взаимоотношений с мужем, вот, потому что мне лично показалось, вот, что вас с мужем, ну, вот здесь какой-то такой вот элемент недопонимания, вот. Я могу, конечно, ошибаться, вот, но выглядит это все вот таким образом, не очень хорош для вас, к сожалению. Вот. Ну, а в целом, сейчас вы производите впечатление про этого человека, который вот зависим, да, от, там, от таких вот внешних факторов, да, как ребенок. Но который пока что не особо видит, с чем это связано, да, то есть как бы не особо замечает, то, с чем это связано у него. Вот. Ну, как бы помочь вам в этом, в принципе, можно и нужно. Вот. И если вы сами этого хотите, мы поможем вам. Вот. Так что обращайтесь за помощью, обращайтесь, если хотите. Вот. Но я бы рекомендовал вам все-таки подумать над вот этими моментами, которые я озвучил, потому что, ну, мне кажется, это важно, достаточно важно, по крайней мере. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ваша ситуация и проблематика будут разрешены самым лучшим образом.